«Выход в люди». Программа «Выход в люди» продолжает задавать светским персонажам главный вопрос. На минувшей неделе я побывала в доме Пашкова на приеме в честь приезда в Москву Синди Кроуфорд, в Юсуповском дворце на запуске журнала «Тревелер» и на коктейле по случаю приезда в столицу Анни Лейбовиц. Всем, кого я там увидела, я задала вопрос. Как вы будете защищаться от второй волны кризиса? Как я буду защищаться от второй волны кризиса? Знаете что, никак, мне нечего защищать. У меня не тот уровень, чтобы я тряслась и что-то защищала. Мы уже защитились, диверсифицировали все свои активы. Часть перевели в кэш, часть перевели в самые ликвидные, которые от кризиса не зависят. Никаких активов евро. Как вы будете защищаться от второй волны кризиса? Да, наверное, никак. Я пока даже не думаю об этом. Ну, я работаю в нормальной стабильной компании. В общем, нормально зарабатываю. Особых долгов у меня нет. Впрочем, и терять мне нечего тоже. Я уже надеюсь, что я защитилась. Я извлекла уроки из предыдущей волны 2008 года, потому что мы погорели сильно. Я сделала так же, как Кудрин, и резервный фонд. А я не верю в то, что вторая волна кризиса накроет Россию. Мне кажется, что у нас все будет неплохо. Всем ведь надо будет все равно как-то житься, а мы не наелись, мы не напутешествовались, мы не напокупались. То есть мы не сможем сейчас уже остановиться, и я думаю, что и с нефтью тоже все будет более-менее в России в порядке. Я буду хеджировать все свои позиции, безусловно, да. Я буду смотреть внимательно на фундаментал, на новостной фон. Я продолжу работать еще усерднее. Было бы над чем. Я не думаю, что кризис в России наступит скоро. Я верю в то, что в течение ближайших нескольких лет российская экономика будет расти. Вопрос только в том, в каком объеме. Как вы будете защищаться от второй волны кризиса? Мне страшно об этом думать. Я подумаю об этом завтра, как Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. Выход.